Видите, вот позади Арсенал. Вот чего вы сегодня собрались? Чем для вас дороги эти события? Ну, это действительно рабочее восстание, которое выступало под социальными лозунгами против полностью обанкротившейся к тому времени власти Центральной Рады, которая никакие собственные социальные обязательства не выполнила. Реально жизнь ухудшилась к тому времени, да, то есть если брать социальное измерение этого конфликта. И действительно рабочие боролись за свою, за советскую власть, действительно рабочих советов, которые были органами рабочего самоуправления и органами строительства нового общества социальной справедливости. Ага. Вот. И, естественно, что это были не какие-то украинофобы, а украинские рабочие, люди от станка, которые выступали за свои права. Вот, поэтому... Смотри, а вообще их же подавили, насколько я помню, сечевые стрельцы из Галичины. Да. Вот есть в этом событии вот что-то такое, вот, что сейчас, сегодня актуально? Ну, это всегда, это же общая практика, да, когда восстание в одной местности подавляется людьми из другой местности, которая не связана, да, нельзя найти, было в Киеве, верные части, которые пошли бы против рабочих. И мы знаем, что части, военные части, которые дислоцировались в Киеве, они были либо нейтральными, либо переходили на сторону восставших.